Здравствуйте, вас приветствует канал SPVcom. Хочу показать, как настроить эмулятор RPC X3 для того, чтобы поиграть в игру Smash Cars. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Последнюю прошитую сборку. Мной она уже скачана, и я приступаю к разархивации. В корень диска C. Ссылка на бесплатные архиваторы будет в описании. Сразу в папку с эмулятором перетащу папку с игрой. Теперь игру перетащу в HDD 0 и в Game. При первом запуске игра появится в меню. Абонена. Нам предлагают скачать новую сборку, но не сейчас. Ставим обе галочки. Это в том случае, если не хотите такое меню больше видеть. Это я выключаю. Делаю поближе. Геймпад. Играю при помощи клавиатуры, поэтому выбран кейтборд. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх, теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет вверх. Так по аналогии настраивается весь геймпад, каждый под себя. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на видео будет в описании. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Конфигурация. Это сюда. Вулкан, двойка, 50, disable. Дойдем до конца. Здесь ничего не трогаем. Save. Правая кнопка мыши, boot. Несмотря на in-game, игра мне показалась неплохо эмулируется. Компиляция начата, на это уйдет какое-то время. Чтобы не ждать, я это вырежу. Компиляция окончена, запустилось окошко с игрой. На золото 2 минуты, серебро 2.15 и бронза 2.30. Вряд ли мне удастся показать какие-то хорошие результаты. О, люди сидят. Такая маленькая машинка. Крохотная. Ускорьтесь. На взлет пошла. Зачем она? Вот так перелетит. Отлично. Человек, дай здоровье. Еще одна. Ускоряемся. Я только не в море сделаю. Что-то подлагивать стал звук и видео. Ух. Ну дай. Ничего себе, он запульнул меня. Сейчас он мне врезать. Доехали вроде.
Вот так это работает на сегодняшний день. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал spv.com, ставьте лайки, заходите на наш сайт spv.com.com.